Независимую экспертизу работы Харьковского городского совета активисты начали в июне. Они отправили в мэрию массу запросов, в которых просили предоставить информацию о деятельности Харьковского исполнительного комитета, а также об использовании бюджетных средств управления земельными и имущественными ресурсами. Первые результаты, говорят активисты, оказались весьма печальными. Подавали мы как грамматическую экспертизу. Есть такая постанова Кабинета министров про проведение громадской экспертизы в сфере деятельности виконавчих органов міської влади. На этом мы получили отказ так, по причине того, что міськрада нам ответила на то, что виконавчого комитета у них нет, виконавчую владу они не исполняют. Позже ответы на некоторые запросы активисты все же получили, но с опозданием и в неполном объеме. В сравнении с другими регионами, говорят в инициативной группе, Харьковская мэрия является самой закрытой среди украинских местных властей. Поэтому активисты требуют у чиновников не игнорировать украинское законодательство и обеспечить харьковчанам полный доступ к публичной информации. Створити з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій мережу пунктів електронного доступу до усіх передбачених законодавством осягів і категорій публічної інформації про діяльність Харківської міської ради, і, зокрема, до публічної інформації про стан розпорядження бюджетними коштами и объектами коммунальной власти. Свои требования активисты собираются отправить в Харьковский городской совет в течение недели. Лариса Говина, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».